Анны Семенович. Встречайте, Анна Семенович и Павел Колобков. А теперь про Аню. А теперь хочу сказать правду. Давай. Правда. Аня замечательная, волшебная, прекрасная фигуристка, прекрасный человек. Это мне правда повезло. Хатушку прекрасную. По крайней мере, я прекрасно провел время, несмотря на то, что мы слишком рано закончили, как мы с Аней считаем. Но все-таки время, которое мы провели здесь, мы, наверное, не забудем. Но ты мне улица родная, и мне погоду дорога. А Пашка настоящий градомарин, знаете, джентльмен. Ни разу меня не уронил. Вот, держал свою ношу, хоть она была тяжела, но он нес ее до конца. Научился слушать музыку еще на этом проекте, кстати, да, вот. Да. А главное еще улыбаться. А главное еще улыбаться. А я ему всегда говорила: Паш, главное улыбайся, тогда все будет хорошо. И этому принципу мы следуем. Да. И будем следовать в следующем году. Улыбайтесь все. Всегда. На льду Анна Семенович и Павел Колобков! Через несколько дней вы станете императрицей, и каждый из нас пойдет своим путем. Я желаю вам, чтобы в этой стране ваше сердце оставалось легким и открытым любви. Соскучился я по этой паре, я думаю, соскучились и вы. Когда Семенович и Колобков выбыли из ледникового периода, реакция была болезненной. Их не хватало в нашем проекте. Сегодня они вспоминают номер, который называется «Песня о любви». Надеюсь, вы помните, уважаемые телезрители, что Ане пришлось из-за травмы партнера менять партнера. Так в нашем проекте появился олимпийский чемпион Павел Колобков. И мне кажется, что испытание фигурным катанием Паша выдержал. Вот единственное, что неизвестно, стала ли выходить на фехтовальную дорожку Аня. Скорее всего, она без этого может обойтись. Пара по-прежнему очень красивая, обаятельная. Как жалко, что они были с нами такой короткий период. Аня, я должен тебе признаться. Когда вы покинули проект, я плакал 4 дня. Аня, это правда. А как вы пережили это время? Марат, я до сих пор плачу. Ты не видел мою слезу в этом танце? Не, на самом деле, конечно, очень жаль было покидать проект.
безумно жаль. Мы следили, смотрели за своими друзьями. Но, вы знаете, я вам хоть могу сказать, что и время не теряли зря. Допустим, я выпустила свой первый сольный альбом. Вау! И как он будет называться? «Слухи, Марат». «Слухи, Марат» так и будет называться, да? Мне нравится название «Слухи, Марат». Ну что ж, Жанечка, мы видим, ты зря времени не теряла. Павел? Павел, прошло прилично времени, чтобы позабыть умение делать поддержки. Или то, чему научили на Ледниковом, не забывается никогда. Я думаю, вы совершенно правы, это не забывается никогда. Я думаю, память об этом проекте у меня останется надолго. Тем более, что мне, я еще раз повторяю, мне так повезло с партнершей, поэтому я буду помнить это вечно. Я видела, как тебе повезло, ты меня сегодня чуть не уронил. Но я же не уронил, я же все-таки удержал. Ребята, я хочу задать вам еще один вопрос. Кому из наших финалистов вы бы отдали победу, Аня? Ой, мне так трудно об этом судить, потому что все мои друзья, обожаю Навку безумно, вот, очень нравится... Я тоже. Очень нравится Костя Дзю, Катя Стриженова, великолепно. Ну все, я даже не знаю, я думаю, что всех надо, всем надо дать первое место. Я за первое место всех 12 пар. Ну что ж, ребята, мы... Еще раз поздравляем вас. Мы действительно очень рады видеть вас снова здесь, на нашем льду. И с Новым годом вас! С Новым годом! И вас с Новым годом! С Новым годом всех! С Новым годом! Ура!